Всем привет! А давайте посмотрим, как можно в AutoCAD изменить размер изображения, масштабировать его путем подгонки под какой-то конкретный размер. Допустим, вы не знаете, какой должен быть масштаб, как изменить масштаб, но вы знаете, какой должен быть итоговый размер. Итак, что имеется в виду? Вот у нас есть вот такая деталь, допустим, и имеются следующие размеры. Вот здесь мы посмотрим. Вот размер 1000. Ширина вот этой вот детали 1000. Нам нужно, например, чтобы она была не 1000, а 2500. Какой масштаб нужен для этого, мы, к примеру, не знаем. Нам нужно просто, чтобы вот эта нижняя сторона стала 2500. А для того, чтобы это сделать, мы просто выделяем всю деталь вот так, нажимаем правую кнопку, выбираем масштаб, выбираем базовую точку, скажем, вот эту. Далее читаем, вот здесь видим, написано копия и опорный отрезок. Нам нужен опорный отрезок, мы нажимаем O и нажимаем Enter. После этого мы выделяем этот опорный отрезок, то есть вот его первая точка и вот его вторая точка. И далее задаем 2500. Это размер новый размер этого отрезка. Нажимаем Enter, и наша деталь стала уже шириной вот здесь вот 2500. Это видно. А вот такой вот очень простой и быстрый способ подогнать деталь под нужный размер в AutoCAD. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание.